Дорогие зрительницы «Комсомольской правды», дорогие читательницы «Комсомольской правды», дорогие жены, сестры, дочери, матери, бабушки, тещи, от всей души поздравляю вас с этим великолепным праздником. Мало кто помнит, что истоки его у нас в стране идут от Клары Цеткин, рьяной революционерки, но сейчас уже этот праздник приобрел совершенно теплые, нежные такие черты в сознании любого человека, кто живет у нас в стране. Вы знаете, в условиях борьбы женщин за равные права 8 марта с его цветами, тюльпанами, с таким с наступающим весенним настроением все-таки дает нам уникальную возможность поцеловать любимого человека утром, сказать теплые слова и просто поднять бокал шампанского за вас. С днем 8 марта!